Да, поняли, да? То есть мы сейчас остановимся только на некоторых отрицательных. Ну, думаю, понятно, да, почему? Потому что в первую очередь польза положительных эмоций, она понятна всем. Изначально эмоции были задуманы природой для, ну, приспособления к реальности, скажем так, да? Переживая положительные эмоции в разных ситуациях, мы закрепляем в памяти желательные виды поведения, то есть те, которые приносят удовлетворение, чувство благополучия, успеха, доверие к миру и так далее и тому подобное. И когда мы будем воспитывать детей преимущественно в положительных эмоциях своим примером, то нам самим будет легче справляться с разными ситуациями, в которые мы будем попадать вместе с детьми. Ну, например, радость, она подталкивает к игре. Интерес подталкивает к исследованию, удовлетворение к наслаждению, а любовь снова и снова порождает все эти побуждения. В данном случае достоинство положительных эмоций заключается в том, что они позволяют лучше понимать мир и себя, заставляя нас творчески относиться к жизни, проявлять любознательность, ну вообще больше общаться с людьми. Положительные эмоции создают наши личные ресурсы. Смотрите на жизнь легче. Живите проще. С положительными эмоциями, ну, я думаю, разобрались, да? Они сигнализируют, что все отлично, и тем самым показывают, что как нужно действовать эффективно, а также являются поддержкой нас в сложные периоды жизни.